Слушайте, ну если Нобель уволился с канала из-за этого интервью, я думаю, что детям такое интервью смотреть явно нельзя. Интересно, когда Павел его давал, он вообще думал о том, что ребенок это может посмотреть вообще все? Я выложила скриншот в предыдущем сторис, и я готова пройти детектор лжи в любой передаче и рассказать на самом деле, как все было, если Павел очень хочет эту тему обсудить. Я вам скажу честно, я не думала, что Паша будет такого плохого обо мне мнения и решит, что я буду обсуждать его там личные какие-то желания и личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он уже делает такие заявления, что я там посылаю водителей, чтобы его порочить, я вам могу сказать, что с такими успехами Дзюба на его фоне просто померкнет.